среду утром на улице Лежневской произошло ДТП с участием мотоциклиста. Мужчина 1983 года рождения, управляя мотоциклом «Альфа», при повороте налево не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автобусом «Пежо». Удар пришелся как раз на 18-летнюю пассажирку двухколесного транспортного средства. С переломом голени, со смещением и ссадинами лица девушка была доставлена в первый травмпункт. Как позже стало известно, транспортное средство не было зарегистрировано. Водитель мотоцикла управлял им без прав, зато в шлеме. За 8 месяцев этого года в городе Иваново произошло 19 ДТП с участием водителей мотоциклов. В прошлом году за аналогичный период было также 19 ДТП. То есть ни роста, ни снижения у нас не произошло. Но произошел рост количества ДТП с участием водителей мопедов. Так, если мы возьмем статистику, то в этом году у нас зарегистрировано 38 ДТП с их участием. В прошлом году их было меньше на 2,7%. Ну и достаточно большой рост произошел с участием несовершеннолетних водителей мопедов. В этом году уже зафиксировано 5 таких ДТП, в прошлом году было 4.